Всем привет, ребята, с вами я, ваш Кент АПК, и я, как обычно, на проводе. Всем привет, ребята, и прямо сегодня, и прямо сейчас ваш Кент АПК вам покажет, как же можно совершенно бесплатно получить тычковые ножи. Ну, ребята, у меня к вам одна небольшая просьба. Пожалуйста, поставьте лайк, и я буду снимать гораздо больше и гораздо чаще подобные крутые видеоролики. Так что, ребята, пожалуйста, прямо сейчас с каждого по лайку. Вот если ты поставил лайк, то у тебя будут тычковые ножи. Все, поставил? Слушаем дальше. Нам, ребят, необходимо зайти в блок Strike на любую карту, неважно какая. Выбирайте на ваш вкус, на ваш взгляд, любую карту. Дальше мы, ребят, должны в настройках отключить все, что только можно отключить. Отключаем Hitmaker, отключаем HUD, отключаем показать оружие. Ну и, в принципе, все. То есть, ребята, у нас получается самый обычный, самый пустой блок страйв, в котором видно только фон. И вот прямо сейчас нам необходимо его заснять. Снимаем, ребята, давайте. Вы нажимаете кнопочку записи и поехали. Просто сейчас мы пробежимся, буквально секунд, наверное, 15, то есть все это будет недолго. Мы пробегаемся, пробегаемся. В принципе, все круто, все хорошо, все very good. И этого нам хватит. Ну что же, а теперь, ребята, вторая часть — это видеомонтаж. Нам необходима совершенно любая программа для видеомонтажа. Ну что же, я зашел в программу для видеомонтажа. Как всем известно, в видеомонтаже есть куча дорожек, и сейчас, ребята, слушайте меня внимательно. То есть вот он, наш девственный фон, я отключил от него звук. То есть сейчас, ребята, у нас просто видео, и все. Дальше, поверх этого видео, я просто накладываю PNG картинку тычков. Я, честно говоря, не ожидал, что будет настолько крутой эффект. Вы только, ребята, взгляните на это. Но чтобы все это сделать более реалистично, ребята, я вам предлагаю в видеомонтаже, если у вас Sony Vegas, наложить эффект тряски. То есть все это делается очень просто. Мы, ребят, переводим вот так вот эффект. Дальше мы его настраиваем. Вот мои настройки. То есть у кого Sony Vegas, эффект называется S-Shake. Вы, ребята, делаете настройки точно так же, и у вас появляется небольшой эффект тряски, что делает тычки еще более реалистичные. Ну что же, а на этом, ребята, у меня все. Если вам не сложно, пожалуйста, поставьте лайк, потому что, ребята, я старался, я для вас нашел такую прикольную фишку. Обязательно поддержите меня вашим лайком, вашей подписочкой. Ну что же, всем удачи и всем-всем пока.